С вами Ярославна Громакина. Сегодня я расскажу о том, что такое гостевые посты, для чего они нужны и как правильно их написать. Погнали! Гостевой пост – это текст, который вы пишете для другого сайта с ссылкой на ваш ресурс. Например, у меня есть сайт «Наши дети». Я разрешаю размещать на нем гостевые посты. Допустим, у тебя сайт по кулинарии. Какой гостевой пост ты можешь написать для моего блога? Ты можешь написать пост на тему, можно ли есть суши детям. Допустим, рецепт каких-то суш именно для детей или роллов. Как я себе это представляю, ну, наверняка детям не стоит есть те блюда, где содержится сырая рыба, потому что она может быть заражена какими-то личинками паразитов. А у ребенка еще организм такой, что может легко заразиться. Поэтому я думаю, что суши или роллы, они должны быть именно не из сырой рыбы, а термически обработаны. И тогда ты, допустим, даешь рецепт именно такого блюда, которое можно употреблять детям, не боясь нанести им какой-то вред. Если у тебя сайт на тему, не знаю, геологии, ты можешь написать статью, как объяснить ребенку, что такое геология, выйдя с ним на прогулку, допустим, да, и как родители могут прямо идти по дороге, смотреть вокруг и объяснять, что такое геология. Для чего нужны гостевые посты? Я с удовольствием принимаю всегда гостевые посты, если они интересны будут моим читателям. Я не принимаю гостевые посты, которые несут чисто рекламный характер. Почему? Потому что иногда присылают такие посты, где вот одна сплошная реклама. Прокати ребенка там в аэротрубе в Москве. У нас самые дешевые цены, скидки и прочее. Это не гостевой пост, это чисто реклама. Я такие гостевые посты не принимаю, я пишу, что это реклама, и я готова ее разместить у себя за какую-то сумму. Гостевой пост, он должен быть интересный, он не должен быть прям такого рекламного характера. В нем стоит, да, ссылка на ваш ресурс, это и так вам уже большой бонус, не надо пихать туда сплошняком рекламу. Какая выгода мне, как владельцу ресурса, блог «Наши дети», размещать у себя гостевой пост? Во-первых, вы пишете уникальный текст для моей статьи. Гостевой пост – это всегда уникальный текст. Он не должен быть размещен где-нибудь еще. То есть вы не можете разместить его на своем блоге, а потом копировать и дать мне. Я всегда проверяю текст на уникальность. Уникальность должна быть 100%. Гостевой пост вы адаптируете именно под мой сайт, да, то есть если вы даже ведете блог там по кулинарии, то вы не пишете просто там рецепт какого-то блюда, да, вы адаптируете под мой сайт. Мне выгода какая, говорю еще раз, уникальный текст, то есть я не трачу время на написание его. Если вы пишете тексты сами, вы знаете, как много времени уходит на написание хорошего текста. Во-первых, пишите сам текст, потом немножко пошли развеялись, потом посмотрели новым взглядом на свой текст, отредактировали его, высушили, убрали лишние слова. Это тратится колоссальное время. Тут вам присылают уже готовый вариант, готовый текст, вы его просто размещаете или ставите, в нем уже стоит готовая ссылка, то есть текст присылают готовый. Без всякого форматирования, уже с готовыми картинками, которые хотят туда, чтобы в этом тексте были. Вы просто размещаете, экономите время. Второй какой плюс, если вы свой блог наполняете контентом с помощью копирайтеров, то вы платите им деньги за написание статьи. Да? Здесь вы ничего не платите, вам уже прислали ее готовую. Вы просто размещаете, но еще раз говорю, вы ставите исходящую ссылку на чужой ресурс. Польза вторая – это продвижение статьями, так называемое продвижение статьями. Когда вы не пользуетесь никакой рекламой, вы не пользуетесь платными ресурсами для продвижения вашего блога, вашего сайта, вы просто продвигаете его с помощью статей. Вам прислали уникальную статью. Люди будут в поисковике вбивать фразу, находить ваш сайт, читать статью. Если она покажется людям интересной, они будут щелкать на ссылку и приходить на тот ресурс, который предоставил этот гостевой пост. Какая выгода авторам, которые предоставляют гостевые посты? Исходящая ссылка. То есть ваш блог, допустим, молодой, не раскрученный, поисковики его не знают, а тут какой-то хороший трастовый ресурс, например, мой, как у него уже много подписчиков, он существует довольно длительное время, с 2010 года. То есть у него есть определенное доверие среди поисковиков. И раз я ссылаюсь на какой-то другой молодой ресурс, стало быть, я передаю ему весь вес своего сайта.
То есть я ссылаюсь на него как авторитетный ресурс, даю ссылку на него, и поисковики думают, значит, это тоже хороший ресурс, хоть он и молодой, но раз на него ссылается такой авторитетный источник, значит, надо его тоже продвигать. Это называется продвижение ссылками. Обычно ссылки вы можете покупать или размещать на деньги за другие ресурсы, а тут вы написали гостевой пост и получили ссылку на свой собственный сайт бесплатно. Вот. Поэтому гостевые посты, я всегда открыта к сотрудничеству. Если вы хотите написать какой-то гостевой пост под мой блог «Наши дети», просто напишите мне об этом ВКонтакте или на моем сайте, что вы хотите разместить гостевой пост. У меня отдельная есть рубрика, как принимаю гостевые посты. Напишите, что вы хотите разместить текст, например, на такую-то тему. Или у вас есть несколько вариантов уже готовых. Вот такой, 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 чтобы я выбрала. Либо если у вас ничего не готово, вы пишете, что у вас, например, есть блог по фотошопу, вы можете написать статью, как красиво обработать фотографию ребенка, да, чтобы все остальные мамки обзавидовались. Я скажу, да, классная статья, пиши, я с удовольствием размещу. Статьи гостевые с исходящей ссылкой, они размещаются навечно. Вы получите вечную жирную ссылку с авторитетного источника. Пишите посты, обменивайтесь с другими участниками марафона своими постами. Всем пока!